Одним из важных этапов школьной жизни является единый государственный экзамен. И чтобы помочь выпускникам с подготовкой к одному из обязательных предметов – русскому языку, в IT-лицее Казанского федерального университета выпустили сборник пунктуационных норм. Авторами проекта выступали сами учащиеся и педагог лицея. У меня, как у учителя, была цель погрузить детей максимально в подготовку к ЕГЭ. Но в начале года сделать это не так просто. К тому же, это достаточно скучно просто учить правила по русскому языку. И здесь назрела мысль создать некий проект для того, чтобы поменять немножко фокус зрения. То есть теперь материал ЕГЭ стал для нас не целью, а скорее средством для того, чтобы создать нашу книгу, наш проект, который мы делали на протяжении 5 месяцев. Сборник посвящен правилам пунктуации. Часть тестовых заданий ЕГЭ направлены на знание расстановки знаков препинания. А в последнем, 27-м задании, сочинении, есть критерии по соблюдению пунктуационных норм. Поэтому сборник будет полезен выпускникам, готовящимся к предстоящему экзамену. Практикум необычен тем, что каждый ученик писал тексты о знаковых местах своего региона, поэтому его можно назвать лингвокультурологическим. Обложка пособия была разработана нейросетью, и кроме того, в нем есть оживающие страницы. Ученики 11 классов и не только могут посмотреть тексты, которые мы написали, подготовиться к экзамену. Также в пособии есть правила, можно изучать это все. И я думаю, это поможет им все-таки сдать экзамен хорошо. Первая партия практикума вышла в небольшом тираже. Всего 100 экземпляров. На данный момент она хранится в лицейской библиотеке и используется пока только среди своих. У лицеистов также есть свой телеграм-канал «ЕГЭ в работе», где можно найти разработанные ими задания по пунктуации. Анастасия Серебренникова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.